пропускаемость, среднее значение. Выносится требование о прекращении административного правонарушения, то есть необходимо вам данное нарушение устранить. В случае, если в последующем, в будущем вы допустите подобное нарушение, ваши действия будут трактоваться статьей 19.3 Кодекса об административных правонарушениях, то есть невыполнение требования сотрудника полиции, которая предусматривает штраф в размере от 500 до 1000 рублей, либо административный арест до 15 суток. Да, кольцо, ремень, все, что есть в карман. Просто слышно. Пятая камера.